Концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 403 миллионные доли, что представляет собой самый высокий уровень за 3 миллиона лет. Такие данные опубликовала Всемирная метеорологическая организация. Это говорит о том, что мы совсем не продвигаемся в правильном направлении. Это также означает, что есть срочная необходимость еще больше увеличить нормы сокращения выбросов, если мы действительно хотим выполнить Парижское соглашение. Удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию — такой был договор между странами-участницами Парижского соглашения, подписанного в апреле 2016 года. Как утверждается в новом докладе, темпы роста концентрации углекислого газа в атмосфере за последние 70 лет были почти в 100 раз выше, чем в конце последнего ледникового периода. Согласно исследованиям, такой же уровень концентрации СО2 существовал на Земле 3 миллиона лет назад. Уровень моря тогда был на 10-20 метров выше нынешнего.